Уральский климат непредсказуем. Частые перепады температуры хоть летом, хоть зимой доставляют массу неудобств. Не зависеть от природных катаклизмов можно, установив умную систему «Теплый пол». Удобно очень. Температуру можно регулировать по собственному желанию, да и надежность такой системы на высоте. Теплый пол бывает двух видов – кабельный и пленочный. Первый вариант более дорогой, укладывается под верхний слой пола в бетонную или цементно-песчаную стяжку. Как правило, кабельные системы устанавливают в помещениях с высокой влажностью, так как водные процедуры такому полу нипочем. Второй вариант, как говорится, для всех и каждого. Стоимость пленочного теплого пола невысока, затрат на электроэнергию минимум, а укладывать такую систему можно на любой материал и под любое напольное покрытие. Для полного грева помещения достаточно застелить 70% помещения. То есть можно уже не использовать никакие другие виды отопления. Нагревается очень быстро, а максимальный нагрев по техническим характеристикам до 60 градусов, а на практике где-то до 48-50 градусов покрытие может нагреть. Существует миф, что любое излучение вредно для организма человека. Программа «Полезные метры» утверждает обратное. Дело в том, что теплый пол дает инфракрасное излучение, которое сродни солнечному и не несет никакого негативного воздействия для здоровья. Полезная информация от специалистов. Инфракрасное излучение, выделяемое теплым пленочным полом, прогревает кожный покров на 4-5 сантиметров, тонизируя при этом организм и мышечную массу. Создает эффект электростимулирующего массажа, что способствует усилению кровообращения, снятию усталости и головной боли, мышечного напряжения. Помогает выводить из организма радионуклиды, алкалоиды и тяжелые металлы. Само излучение проникает сквозь напольное покрытие. Часть его нагревает все остальные предметы в комнате, в том непосредственно человека. То есть даже в прохладном помещении вы себя будете ощущать комфортнее, чем при любом другом виде отопления. Установка пленочного пола очень проста и требует минимальных временных затрат. Пленка укладывается на пол без предварительной бетонной стяжки. При укладке на какие-то отдельные поверхности остальная площадь не требует выравнивания, так как сверхтонкий материал не влияет на высоту помещения. Благодаря уникальной структуре пленку можно укладывать на любые поверхности, например, на стены или потолок. Здоровая атмосфера в доме – это так важно. Не стоит зависеть от капризов погоды, когда можно с легкостью создать тепло и уют в своем семейном гнездышке. Круглый год тепло и комфорт в доме. Компания-партнер, находящаяся в городе Березовский, предлагает теплый пленочный пол под любое покрытие. Весь товар сертифицирован. Продажа оптом и в розницу. Телефон компании-партнер 8-908-906-87-58. Сайт www.ektpol.ru.